Меня зовут Краснов Кирилл Андреевич, мне 22 года. Я родился и вырос в городе Калининград, а.к.а. Кёнигсберг. Больше 10 лет я в граффити. Продолжаю оригинал традиции в культуре, в которой чувствую себя живым и настоящим. Музыка также является неотъемлемой гранью моей личности. 7 лет плавания, увлекаюсь скалолазанием. Я стремлюсь пройти своим индивидуальным путем, прожить интересную жизнь, наполненную любовью и путешествиями. Меня зовут Валентин Фуфаев. Мне 17 лет. Родился и живу в городе Москва. Учусь. Рисую. Творю. Живу, а не существую. Мечтаю найти себя, открыть себя и принять себя. Меня зовут Артём. Мне 17 лет. Я родился и живу в Москве. Сейчас занимаюсь учебой. Мечтаю стать счастливым и успешным. Покорить ваши сердца. Я Диченко Максим. Мне 17 лет. Родился в городе Кыргызстан. Переехал в Калининград. Занимаюсь хоккеем на протяжении 11 лет. В будущем себя вижу полковником ФСБ, чем и хочу заниматься до конца своей жизни. Меня зовут Степа. Родился я в Москве 16 лет назад, в последний день весны. Мечтаю каждый день. Но главная моя мечта – это обрести свободу, стать художником и написать книгу. Титаев Анатолий Сергеевич, 22 года, родной город Москва, род деятельности, использую улицу не по ее назначению, мечты нет, живу одним днем. Мое имя Игорь. Мне 17 лет. Я родился и вырос в Сибири, в городе Омске. Всю жизнь я занимался баскетболом, но потом я бросил это дело и захотел стать райдером. Я мечтаю уехать на необитаемый остров. Меня зовут Артём, мне 18 лет, живу в городе Уфа, особо ничем не занимаюсь, играю на гитаре, учусь в колледже. Мечтаю о идеальной жизни гедониста, получать удовольствие от жизни. Меня зовут Саша, 17 лет, я провел в своей родной деревне Носово. А 18-й день рождения встретил в городе Санкт-Петербург, когда переехал, поступив в университет. Меня зовут Эмиль, мне 15 лет. Я люблю город Москва, в котором живу всю свою жизнь. Мне нравится гулять по родной столице со своими друзьями. Меня зовут Родион, мне 17 лет, я родился и живу в городе Красноярске в Сибири. Я пишу стихи и надеюсь, однажды они смогут изменить мировоззрение людей. Я считаю, что это отлично, когда человек может измениться от твоих слов, поступков и мыслей. Моя главная мечта – это прожить жизнь с гармонией в душе. Меня зовут Арсений Игоревич. Мне 16 лет полных. Родился в городе Витебск, Белоруссия. Сейчас живу в Великие Луки, Псковская область. Люблю смотреть фильмы, сериала. Мечтаю постигнуть тайны вселенной. Меня зовут Борис. Мне 17 лет. Родился и проживаю в городе Калининград. На данный момент ученик 11 класса. Хочу заняться творчеством и сделать что-то значимое для нашего мира. Меня
Меня зовут Леон. Мне 16 лет. Меня зовут Гера, мне 18. Я родился в городе Нижний Новгород и сейчас живу в Москве. Я являюсь никем и не знаю, когда кем-либо стану. Играю в баскетбол, смотрю YouTube, слушаю хип-хоп, увлекаюсь одеждой и кроссовками. Моя мечта — не умереть до 25 лет. Мечтаю достичь поставленных целей в жизни и сделать этот мир немного лучше. Меня зовут Джаватханов Евгений Борисович. Мне 19 лет. Родился в городе Махачкала, Республика Дагестан. Сейчас живу и учусь в Калининграде. Обучаюсь в Калининградском областном музыкальном колледже имени Сергея Васильевича Рахманинова. Занимаюсь музыкой с 9 лет. Сочиняю и записываю собственные произведения. Музыка – это то, ради чего я живу. И мечтаю я никогда с ней не расставаться. Меня зовут Никита. Мне 18 лет. Я родился и живу в Москве. Я учусь, гуляю, играю на гитаре. Кайфую, одним словом. Моя мечта – обеспечить родителей в будущем и сделать людей добрее и счастливее. Меня зовут Никита. Мне 16 лет. Родился в городе Москва. Увлекаюсь музыкой, играю на гитаре. Также хожу на концерты разных групп. Мечтаю заниматься чем-то творческим, а не рутинной и серой работой. Матвеев Андрей Андреевич. Крещен в честь Андрея Первозванного. Мне 19 лет. Родной город – Симферополь, но к моменту достижения осознанного возраста я уже жил в Москве. Моя мечта – раздуть из искры светлый пламень искренности. Меня зовут Ваня. Мне 23 года. Я родился и вырос в городе Дивногорске. Я занимаюсь скейтбордом, и это мое самое любимое дело. Я хочу, чтобы во всем мире был мир, и каждый занимался своим любимым делом. Меня зовут Виталий, мне 19 лет. Я родился в Крыму, сейчас я живу в Москве. Я собираю лучшие моменты жизни у себя в памяти. Работаю, катаюсь на байке, рисую граффити. Моя мечта – реализовать свой творческий потенциал в сфере одежды и моды. Звать Андрей, 16 лет. Родился и вырос в городе Герой Волгоград в нулевых. Лет 7 переехал в Краснодар. Почему, до сих пор особо-то и не понимаю. На данный момент учусь в гимназии. Да, в принципе, все. С мечтами все туго. Наверное, единственное, чего хочется – добиться успеха в чем-либо. Меня зовут Муслим. Мне 17 лет. Я родился в Эстонии, в Нарве. У меня есть лезгинские, эстинские, эстонские корни. Сейчас проживаю в Уфе и учусь в университете. Занимаюсь дзюдо, люблю фотографировать. Я всегда мечтал заниматься чем-то красивым. Природа вдохновляет меня. Меня зовут Тёма, и мне 22 года. Я родился и живу в городе Вологда. Я занимаюсь той деятельностью, от которой не чувствую своего угасания. Путешествую, развиваюсь, реализую себя. Моя мечта – это общество без насилия и угнетения. Меня зовут Иван, мне 19. Я родился в Москве, прожил в этом городе всю жизнь. Я очень люблю его и людей, живущих в нем, да и вообще русских людей в целом. Сейчас я учусь на фотографа, и когда я смотрю через видоискатель на лица окружающих, я зачастую вижу на них тяжесть и усталость от жизни. Мне хотелось бы когда-нибудь увидеть русских свободными и счастливыми людьми. Меня зовут Даниил. Мне 17 лет. Я родился в городе Ростов-на-Дону. В данный момент проживаю в городе Шахта. Сейчас все мое свободное время уходит на учебу. Моя мечта – создать новый жанр музыки, который повлияет на всю индустрию звука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Я родился в Москве.